Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Олимпийскому чемпиону 2022 года по фигурному катанию Алексею Ягудину 18 марта 2023 года исполнилось 43 года. Свой день рождения фигурист с триумфом откатал программу на турнире «Русский вызов», заняв первое место. За победу в турнире он получил 5 миллионов рублей. Однако победа далась Алексею Ягудину непросто. После проката спортсмен признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем. На выступление олимпийскому чемпиону нужно было прыгнуть тройной тулуп. Этот элемент был главным в программе, но сделать его Алексею было трудно и страшно из-за того, что у него от постоянных нагрузок, а также от падения на лед практически нет колена. Несмотря ни на что, фигурист с поставленной задачей отлично справился. Спортсмен также рассказал, что врачи не советуют ему оперироваться. В обычной жизни ни на льду колено Алексея не беспокоит. Проблема с коленом решается единственным способом. Для этого нужно навсегда уйти из спорта. Но заканчивать путь профессии он не намерен. Ягудин признался в том, что перед выступлением у него было плачевное состояние, поэтому победа в шоу стоила ему множество обезболивающих таблеток и уколов перед выходом на лед. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!